Еще одно четвертое уголовное дело об экстремизме заведено в Алтайском крае. На этот раз в поле зрения правоохранителей попал 33-летний житель Заринска Антон Ангел. Как он рассказал накануне журналистам федеральных информагентств, его обвиняют в репосте материалов. По словам Ангела, Следственным комитетом заведено дело по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства». Поводом стали материалы, которые, по мнению правоохранителя, Антон распространил через социальные сети. Дело было заведено в апреле 2018 года, но стало известно об этом только сейчас, после начала резонансного судебного процесса по делу Марии Матузной. Сам Антон уверяет, что невиновен. По его словам, его страницу неоднократно взламывали, и картинок, в распространении которых его обвиняют, он даже не видел.